новый член семьи Lada – Niva Travel. Современный, яркий, надежный внедорожник по сравнению с предыдущими моделями эта версия Lada Niva получила абсолютно новый дизайн, став более выразительной и современной. У внедорожника новый капот, крупная решетка радиатора и фары. Рельефные накладки на арках и новый дизайн колесных дисков придают автомобилю его внедорожный стиль. Основной фокус был сделан на обновление внешнего вида. То есть речь идет о всех экстерьерных пластиковых деталях и ключевой момент на передней части автомобиля. Это капот, крылья. То есть основной акцент сделан на экстерьере. Главными участниками торжественного запуска стали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент АвтоВАЗа Ивкара Кадзанис и сотрудники «Лада Запад Тольятти». Замечательный автомобиль, который завоевал себе уже всемирную славу и сегодня в новой модификации, уверен, будет приумножать славу предыдущих поколений. Конечно, я рассчитываю, что этот автомобиль будет очень востребован на рынке, а значит, будут новые рабочие места, будут высокие зарплаты, будут новые проекты, будут новые идеи, которые коллектив АвтоВАЗа, в этом нет никаких сомнений, претворит в жизнь. Это большое достижение, особенно для команды «Лада Запад Тольятти», которая качественно и в срок справилась с этим важным проектом. «Нива» имеет долгую историю и славный путь. Более 650 тысяч таких автомобилей сегодня ездят по дорогам и бездорожью России, СНГ и других стран. Автомобиль зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Он надежен, удобен, многофункционален в любых дорожных условиях. С возвращением легендарного названия «Нива» в семью «Лада» мы открываем новую страницу в его истории. Хочу вас заверить, что в ближайшие годы с этим именем будет связано много важных и интересных новостей. После торжественной части Дмитрий Азаров лично сел за руль новой «Нивы», завел автомобиль и оценил интерьер салона. Затем на место водителя сел президент АвтоВАЗа Ивкара Кадзанис. Без сомнений, новая Niva Travel сможет завоевать любовь автовладельцев по всей стране. И наш новый внедорожник также с гордостью будет представлять бренд Lada на всех дорогах страны.